Вы знаете, я сам родом из Приднестровья, это с горячей точки. И когда я служил в российской армии 14, это миротворческие силы в Приднестровье, я получил гражданство России. И как гражданин России я могу сказать, что я очень горжусь, что я в первую очередь гражданин Российской Федерации, что я сейчас проживаю в Москве, что я могу на благо своей родины здесь работать и трудиться. И этот бред, который говорят большинство, что мы ничего и Россия ничего не добилась, это полный бред. В первую очередь я повторюсь, что каждый гражданин России он должен помнить то, что было в Великую мировую войну. То, что объединились наши народы, как мы дали отпор врагам и показали, кто к нам с мечом придет, тот и от меча и погибнет. Россия – это великая держава. И то, что мы добились 90-х годов по сегодняшний день, это очень большая заслуга тем великим нашим руководителям нашей страны, которые подняли нашу страну с того краха, в которую привели другие руководители до 90-х годов. Россия, во-первых, добилась очень многого, да? У нас много спортсменов, которые зарабатывают каждый год нам наши золотые медали для России. В 2008 году мы сделали самое главное, мы не бросили наших братьев и сестер в Южной Осетии и Абхазии. Мы их защитили, мы признали эту страну. Это большое, великое достижение для нашей страны. И во-вторых, у нас в данный момент в нашей стране нету кризиса. И я согласен, что есть места, где граждане живут, будем говорить, не очень хорошо. Есть места, где до сих пор не проведен там газ, да. Но я считаю, что наше руководство и тот парламент, который сейчас, мы стремимся в первую очередь к тому, чтобы создать большое благо для граждан нашей Российской Федерации. И это большое благо, и весь российский народ это очень ценит сейчас. В том состоянии, в котором мы живем сейчас, то есть граждане России, я считаю, что это очень большой вклад в развитие, в будущее и потенциал развития будущей самой России.